Смотрите, какое у меня цветовое удовольствие. Столько цветов разных, ярких. Я прям вижу и наслаждаюсь. За окошком не очень видно весну. Туманно, тускло. У меня вот здесь такая красота. Это будет игрушка крючком. А вообще я эти клубки покупала для какой-нибудь футболочки летней, детской. Но так у меня это не осуществилось. И покупала их уже достаточно давно. Ну, года 3 назад, прям сильно давно. Так у меня лежат эти клубки. Это вот уже было использовано. Это я вязала шапочку в сочетании вот с этой желтой и с белой пряжей. У меня была такая морская немножко шапка. Одна только шапка была, все остальное мне не пригодилось, так и лежит. Я решила использовать уже в конце концов эти клубки. Ну, каким-то образом. Сейчас мне понадобится связать игрушку. Такие у меня будут штанишки, голова. Пока еще это заготовка, это будет львенок. А это у меня будет погремушка. Вот я начала. В общем, вяжу, наслаждаюсь цветом. Пряжа, ну так, дороже обычного хлопка. Ну, думаю, ладно, пускай уже в игрушке использую. Все равно, если нужен желтый, придется его покупить. Вот вяжу. А еще я немного себя перевела в порядок. То есть я подвела глаза, немножко нанесла тени. И вот здесь такой перламутровый блеск у меня есть. И сюда на виски. Вроде это хайлайтер сейчас называется, да, есть такие, не знаю. И сразу лицо преобразилось. Ну, румяна чуть-чуть. Помаду редко наношу дома на губы, потому что все равно ее или съедаешь, или ребенка целуешь, и она вся-вся-вся в помаде. Поэтому губы не крашу. Девушке надо красить иногда дома. Я даже, ну, укладка или не укладка, но вот когда подзаколола, здесь у меня такая заколка есть, с камушками нанесла, заколола и лаком спрыснула, чтобы волосы не растрепывались, и сразу прилично выглядишь. Кстати, вы обратили внимание, какие у нас стены? Это когда мы въехали, у нас были здесь обои, мы все счистили до самого основания. Очень глубокие щербинки и ямки мы прошпатлевали. Это можно видеть, вот эта часть более гладкая, наверняка это шпатлевка. Прогрунтовали и покрыли краской. Все, больше ничего не делали. Краска частично моющаяся, можно протирать влажной тряпкой. Раньше у нас были обои цвета, не обои, краска цвета зеленое яблоко. Это английская краска, очень укрывистая. И мы прожили с тем цветом где-то пару лет, захотели обновить, мы просто еще раз прогрунтовали стены и покрыли новым цветом краски. Краска очень укрывистая, поэтому нижний слой хорошо перекрылся. И мне понравилось, как это смотрится, немножко такой лофт, да, по-современному. И на самом деле издалека, когда находишься, всех этих щербинок не видно, и в помещении приятно находиться, нет ощущения какой-то неухоженности или беспорядка, что ли, на стене, что это как-то, как будто так не надо. Нет, никто не понимает, что мы так делаем, то есть как и надо. Никто не задает вопросов, почему у вас стены такие кривые. Нет, смотрится очень-очень достойно. И у нас эта стена с таким сиреневым оттенком, примерно как на камере, все верно передается, а противоположная стена, она более насыщенного цвета, такой пепельная сирень. Сейчас не смогу хорошо передать цвет, не удастся, освещение плохое. Но не намного темнее та стена. У нас три стены темные, и это самая светлая, вот так. Из-за того, что небольшая разница в насыщенности, и не видно, что эта стена светлее других. Поэтому, если вы будете делать какую-то по насыщенности разницу в стенах, делайте это существенно, чтобы было видно. И раньше, повторюсь, у нас здесь было зеленое яблоко, а наверху, вот там под потолком, была полоса, примерно как я рукой провожу вот так вдоль карниза, вдоль лепнины. И там был наверху желтый цвет. Это мои домашние пришли, все, пока. Вот хочу показать джемпер, который связала дочери. Это джемпер, который связала из остатка шапок моих, которые я не продала. И вот такой он получился. Но здесь не все из шапок, здесь частично из той пряжи, которая у меня оставалась от проектов по зеленому пришельцу. Это вот здесь внизу. Значит, вот здесь наверху пряжа 365 як от Лана Гросса. По составу здесь, по-моему, 50% хлопка.
порядка 40% полиамида и 10% шерсти яка. У меня такая еще пряжа осталась винного цвета из моих предыдущих видео, вы можете посмотреть. Но сюда я его не стала включать, этот цвет, потому что, ну, было бы слишком по цвету. В общем, а так он мне получился очень даже гармоничный. И вот эти два цвета, хоть и из разной пряжи, конечно, вблизи, может быть, можно увидеть, что они разные по оттенку. Вот этот более холодный оттенок, а здесь более теплый. Ну и по структуре нить разная. Это шнурок, а это классическая скрутка. Это Alize Lana Gold, 50% или там 45% хлопка, 55% полиамида. Ну, примерно, в общем, состав у них одинаковый, вот у этих пряжей. Да, на рукавах тоже Alize. Вязала я этот джемпер регланом сверху. Это мой первый реглан сверху. Вот эти регланные линии вязала с снятыми некоторыми, да, с петлями. То есть один ряд я провязала, и один ряд вот эти регланные линии снимала петли. Вначале хотела косички, потом передумала. И вот здесь мне есть одно перекрестие. Но я же не стала это расплетать. Думаю, ладно, как бы дочери себе все в порядке. И вот эти регланные линии у меня приходят в боковые и вот здесь на рукавах внутренние. Потому что, ну, если бы этого не было перехода, мне нужно было бы где-то здесь ловить раппорт, как он переходит по ширине, и регулировать, здесь же сужается все-таки рукав, да, к манжету. И вот эта полоса внутренняя хорошо мне, ну, как бы упрощает работу, потому что сверху вниз я вязала, да, рукав на сужение, и я спокойно сужала, и раппорт у меня не портился. Боковой шов такой получился, как будто бы изделие сшивное. Мне это очень нравится, когда такие нюансы, когда не видно, что это ручная работа, а кажется, что это сшито. Да, вот здесь видно, что немножко подтягивает, правда. Вот так. Не знаю. Не знаю, буду ли я использовать в следующий раз такой прием, когда снимать петли нужно в рядах. Вот так это с изнанки выглядит. Но здесь я его применила. Горловина резинка один к одному. Здесь вот такие диагонали. Переходы от цвета к цвету вот через изнаночные лицевые ряды. И вот такой джемпер. Ну, как мне сказал муж, что такой даже вполне можно и взрослый связать по рисунку. Думаю, ну и правда. Правда, дочери не понравилось. Она сказала, что какой-то он темный. Ну, в общем, ей нужно все белое, розовое, яркое. И, ну, в общем, я объяснила, что, понимаешь, моя дорогая, что пряжа оставалась, и вот я тебе из нее сделала свитерок. А в следующий раз для тебя специально возьму пряжу и свяжу. Она говорит, ну, хорошо, на этом мы порешили. Вот такой джемпер. По поводу спиц, я вязала разными спицами. Вот эту пряжу Як и Alize. Резинку я вязала спицами номер 4. Основное полотно вот это с Яком 365 на пятерке. Здесь полотно спицы номер 4. И здесь резинка номер 3 спицы. Ну и здесь, соответственно, то же самое. Конечно, чем толще спицы, тем быстрее растет полотно. Мне это очень нравится, просто очень-при-очень. Вот, как вы считаете, стоит ли такой мне взрослый связать? Я мужу говорю, ну давайте я такой свяжу. Нет, сразу нет. Ну вот, думаю, муж себе такой связать. Будет такой family look. Мне понравилось то, что вот эти полосы, вот такой приемчик. Ну такой спортивный получился. Получился он нанесить широко. Такая размахаечка. То есть я специально захотела рукава сделать поуже, сюда я поменьше петель убрала, побольше сюда прибавила петель, распределила так. И вот такой он получился. Всю информацию по реглану сверху, ну, такая она мне собирательная, с каких-то уроков, с каких-то мнений, каких-то видео, каких-то постов. И получился так, со спины я его не показала, но со спины точно такой же. Ничего необычного, то есть у меня в круговую перед и спинка одинаковые, поэтому для ребенка
Ну, когда я сама ее одеваю, конечно, я и поправляю, где спинка, да, здесь только можно по горловине это понять. А так, думаю, сюда можно какую-нибудь бирочку пришить, и, ну, чтобы ребеночек понимал, что где бирочка, там спинка. Мне нравится, что, ну, девчат, ну, естественно, вот эта пряжа лучше. Вот просто вот не в сравнении. Когда ты ее трогаешь, в ней даже какая-то шелковистость присутствует, как будто здесь есть шелк. Здесь она чуть-чуть, знаете, похожа на велюр на ощупь. Как будто бы такой искусственный велюр чуть-чуть. Неплохая, нет, все нормально. Ну, как бы, извините меня, разница в цене и разница в производстве, то, что это шнурок, ну, не может быть по качеству дешевая и дорогая пряжа. Кстати, да, вот я совместила дешевую и дорогую пряжу, оп. И она не может быть одинаковой, просто априори не может быть. Ну, это у меня пряжа здесь внизу. Основная, да, нагрузка на изнашиваемость, на плеч, на растяжение вот здесь. Поэтому здесь я в пряже уверена. Эту, честно скажу, я вязала впервые. Использовала в работе вот для изделий. Поэтому, ну, посмотрим, как она себя будет вести. Фактически она здесь может только растянуться в манжетах. Ну, на то и посмотрим. Горловину я набирала, с горловины начала вязать. Не простым бабушкиным набором, а итальянским. Набором тут здесь такая, как полупатентная резинка наверху, где-то 5 рядов, а потом идет обычная резинка. Мне очень нравится, конечно, красиво. Один ряд провязала изнаночный, а потом уже переходила к рисунку. Ну, как мне кажется, здесь не особо это видно. Если бы здесь была лицевая гладь, мы бы прошли вот этот переход. Надо было здесь вот такие же сделать изнаночный ряд, лицевой, изнаночный, а потом уже переходить к рисунку. Ну, такой нюанс. Ну, в принципе, такой свитерок походный получился, да, он немножко на вид, как мы сказали дома, свитер лесничего. Да, немножко так похож лесника. Ну, вот такой-то один ее джемпер сегодня на этот сезон. И на летний сезон я сшила джемпер. Ха-ха, этот уберу в сторонку. Джемпер я сшила вот такой, совсем... Совсем другой по настроению, да, смотрите. Оп. Ух. Это даже как будто немножко для мальчика. Ну вот. Вот такой джемпер я сшила. Почему сшила? Потому что я начала перебирать свои вещи. Вспомнила, что у меня есть вот такая кофта с чистого хлопка. И решила посмотреть, какой там узор. Вот такой там узор. Думаю, да я ее уже не буду носить. Она мне стала как-то коротка. Немножко вся так морально устарела, где-то пожелтела, где-то затерлась. Я думаю, почему бы с ней... А жалко, полотно хорошее, я же вижу, тем более 100% хлопок. И думаю, а что мне с ней делать, а почему бы не перешить? Машинка есть. Я взяла и перешила. И вот такой получился результат. Тоже надела ребенку, вот это получилось спонтанно. Она говорит, не нравится. Почему не нравится? Ну, потому что нужно, чтобы здесь было что-то белое, не просто белое, а чтобы розовый, сиреневый, поярче. Я говорю, давай тебе вышью цветочки. И вот появились такие цветочки здесь, бусинки. Это у нее рассыпались ее бусы детские. И вот я взяла эти бусинки, собрала и вот нашила так. Здесь сзади, если вы обратили внимание, есть вот такая трикотажная деталь. Эта деталь соединяет шов планки вот этой. Я даже планку выкитлевывала и прикитлевывала обратно. То есть хорошо, я думала, что мне придется вязать горловину, но нет. Обошлись тем, что я просто ее сняла и перекитлевала обратно. Но видно, что горловинка немножко растянутая уже. Но в принципе на лето иногда поносить вполне подойдет такой джемпер. В чем была моя ошибка при изготовлении этого джемпера? Я почему-то, вот я вроде все померила, я умею шить, умею кроить, но и на старуху бывает проруха. Я мерила ширину рукава, все в порядке, сейчас расскажу по ширинам. Но пройму почему-то я сохранила как для взрослого человека. То есть да, там пройма для взрослого, она такая небольшая, здесь она была не размахайка, а для ребенка это очень глубокая пройма. То есть почему-то, то есть у меня была возможность не вырезать ее такую глубокую, но я ее вырезала. Ну, уже как есть. То есть эта проблема только возникает тогда, когда она поднимает руку, и весь свитер, весь джемпер тянется наверх. То есть очень низкая пройма при узком рукаве.
Ширину рукава у этого джемпера я не меняла. Манжеты не меняла. То есть это прям это вот взрослый такой размер. Я так носила. Вот такой объем. Узкий достаточно рукав. Ширину по джемперу, по телу я тоже не меняла. Я думала, придется, но не пришлось. Вот так, то есть все сохранено. То есть что я изменила, это только длину, горловину. И вшила рукава, ну, как бы в новое место. Вниз спустила. Как я обработала вот это трикотажное полотно? Конечно, лучше было бы обрабатывать верлоком, но так как у меня его нет, но у меня есть машинка, и там есть функция зигзаг. Я просто вот так это с изнанки. Ну, конечно, это не на продажу. Для себя так вполне возможно. Свитер уже постиран. Все, что могло здесь выпотрошиться, выпотрошилось. И вот так это выглядит. Я зигзагом дважды обработала края. Сшиты детали тамбурным. Нет, вру, не тамбурным. Я хотела тамбурным, но очень толщину большую придает. Здесь сшит рукава швом назад в иголку. Плечи тоже швом назад в иголку. Здесь тоже зигзаг. Вот так, внутренние. Это уже фирменные швы, которые были в изделии при покупке. Конечно, все аккуратно. И у меня вот такие шовчики. Ну, я считаю, что это вполне подходит. Вот так с изнанки выглядит вышивка. Хвостики оставила. Максимально их отрезала. Боюсь сильно отрезать, потому что, вы знаете, да, бывает, они так расплетаются в процессе носки, и потом может бусинка просто улететь. И так я могу подтянуть, и они опять на месте. Девочки, не выбрасывайте свои старые джемпера или кофты, или там юбки. Вот у меня еще юбку я нашла трикотажную с кашемиром. Думаю, почему бы из нее что-то ребенку не сшить. Просто обычная прямая юбка. То есть, получается, у меня есть полотно, которое шириной... Ну, юбка причем по колено. Она прямая, но большое полотно шерстяное с кашемиром. Я же могу из нее очень даже приличную вещь ребенку сшить. Я ее очень мало носила, как-то она мне не пошла в носки. И точно носить не буду. Вот, так что перешивайте свои вещи, смотрите. Это же хорошо, тем более, когда ребенок еще не очень большой, не сильно придирается к одежде. Можно и пофантазировать, и на свое усмотрение сшить. У меня есть, правда, вот, и показала вот так. Лизелла на голод выглядит. Ну, кто не знаком с этой пряжей, я думаю, многие знакомы. Вот. То есть вот они рекомендуют как раз от 3,5-5 спицы. Но я отвязала от 3 до 4 вот эту пряжу. Вот такой моток, такие джемпера.